Привет, меня зовут Пузи, и добро пожаловать на один из самых эпичных видосов на моем канале. И вы просто обязаны досмотреть его до конца, ведь сегодня я буду 24 часа мистером Бистом. Как вы, наверное, заметили, прямо сейчас я нахожусь на Grand Mobile на 26 сервере. Два дня назад я вам говорил, что играю в Grand Mobile, и сегодня я буду безумно щедрым. Я буду давать челленджи различным проходящим людям за денежное вознаграждение. И да, сейчас я выгляжу вовсе не как мистер Бист, а скорее как грязный бомж. Но зато посмотрите, на какой тачке, а? Золотой Поршик. Для того, чтобы я соответствовал образу мистера Биста, мне нужно вначале переодеться, и поэтому прямо сейчас мы с вами стартуем в магазин одежды, чтобы выбрать себе самый премиальный лук. Например, Гуччи, или может быть Луи Виттончик. Что там обычно носят люди, которые гоняют на золотых Поршиках, а? Let's go! Оставляем здесь наш золотой Поршик и заходим внутрь. Йоу, вы посмотрите, что же это за бутик. Здесь все в Луи Виттоне, о май гад! Нам нужно с вами подобрать подходящий лук для нашего мистера Биста. И по-любому это должна быть одна из самых дорогих одежек, которые только есть в этом магазине. Да, ребята, в этом видосе я буду тратить очень много денег. Оу, чувак в халате! 240 тысяч рублей! Нажимаем с вами кнопку «Приобрести». Заходим с вами в инвентарь. Нажимаем с вами «Использовать». И вы посмотрите на мою новую одежку. О май гад! Да, я должен быть в халате и на золотом Порше, конечно же. О-о-о, я заработал штраф. О боже мой! Но поскольку я уже немного поцарапал свою машину, я думаю, что нам нужно с вами приобрести себе новую тачку. Золотой Порш это хорошо, но нам нужно что-то еще покруче, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания на этом сервере. И для того, чтобы приобрести себе новую машину, я нажимаю на автосалоны, стоянки, автосалон премиум. Так, чуваки, мы с вами стартуем до автосалона, мы получаем с вами штраф, елки-палки. Надеюсь, что мы сможем вообще до тут добраться живыми и невредимыми. Если я так буду водить, то мне точно кранты. Оу, 35 миллионов. Это что за гелик-то такой? Поскольку я сегодня в образе мистера Биста, мне нужна соответствующая машина. И эта тачка должна быть очень крутой. Например, Lamborghini Urus за 20 миллионов рублей. Нажимаем с вами приобрести. Поздравляем с покупкой автомобиля. Я жду не дождусь, когда увижу свой Lamborghini Urus. Кстати, он находится не так далеко. Под фонд залетаем. Боже мой! Он протаранил мою машину! Вообще офигел, а? Вы это видели? Тебе нужно 2500, я правильно понимаю? Я могу дать тебе 2500, если ты прямо сейчас ляжешь на землю и прилежишь 60 секунд. Обратный отсчет пошел. 59, 58, 57, 56. Так, я за тобой наблюдаю, лежи здесь, никуда не двигайся. Первый челлендж от мистера Биста. Я пока что заспавню нашу новую Lamborghini Urus. Тачка доставлена. О, вон она. Ты продаешь машину со скидкой? Нет, машина со скидкой мне не нужна. Ладно, все, челлендж выполнен. Итак, передаем ему сейчас 2500. И первый челлендж от мистера Биста был выполнен. Пожалуйста, счастливо. Вот она, чуваки, вот она. Черная Lamborghini Urus. О май гад. Вы просто гляньте на нее, как же она эпично выглядит. Открываем с вами машину, запрыгиваем внутрь. О май гад. Какой же приятный звук у этой машины. Просто офигеть офигешеньки. Да, вот это я понимаю тачка мистера Биста. Сейчас я думаю, что настало время порадовать работяг. Ой, этот чувак пробежал Версачи. Нет, его я радовать не буду. Где же все чуваки? Ага, вот целая толпа людей. Короче, у меня есть для тебя предложение. Прямо сейчас, если ты соглашаешься, я обмениваюсь с тобой машинами. Но не просто машинами, а мы с тобой поедем. Я куплю рандомную тачку, и мы с тобой махнемся. Как тебе мое предложение? Ты можешь сказать да или нет. Ребята, по-моему, сейчас будет еще одна суета. Ну-го. Окей, идем за мной. Запрыгивай в пассажирское. Я очень рад, что ты решил поучаствовать в этом челлендже. Спасибо, что мне доверился. У тебя есть три варианта. Цифра 1, цифра 2 и цифра 3. Какую цифру ты выберешь? Под каждой цифрой я подразумеваю класс автосалона. То есть эконом-класс, комфортный-класс или бизнес-класс. Оу, ты выбрал цифру 3. По-моему, неплохо. Так, чуваки, он выбрал цифру 3, а это означает, что мы прямо сейчас поедем в автосалон премиум-класса. Ты действительно готов отдать свою бэху? Ты точно в этом уверен? Ты же не знаешь, какую я тачку куплю. Может быть, я куплю плохую машину. Итак, стой здесь, Крис.
лифте. Стой здесь и никуда не уходи. Он даже не подозревает, какую я ему сейчас подгон собираюсь сделать. Ребят, у меня осталось 5 миллионов, это не так много, но надеюсь, этого нам хватит на покупку какой-нибудь приличной машины. Итак, ребята, Audi RS 6, 4 миллиона 200 тысяч. Его машина стоит намного дешевле. Нажимаем с вами приобрести и поздравляю, тачка у нас куплена. Эй, ты меня узнал? Ты серьезно? К сожалению, твою угнали. Ничего страшного, у меня есть для тебя предложение. Я только что приобрел какую-то максимально рандомную машину. Ты можешь согласиться со мной на обмен и отдать мне свою самую лучшую тачку. Либо можешь отказаться. И мы с тобой разойдемся прямо сейчас, и я просто дам тебе немного денег. Последний раз спрашиваю, ты готов обменяться? Окей, поехали с тобой на автопарковку. Дружище, не подкинешь, пожалуйста, до стоянки Арзамаса. Итак, сейчас мы вместе с подписчиками отправляемся на автостоянку, где его будет ждать новая аудюшка за 4 миллиона 200 тысяч. И, кстати говоря, вы тоже можете получить крутую машину, используя мой промокод POSI, который дает гелик 30 тысяч, а также VIP-статус. Он говорит, что у него только Мерс 124, но я ему почему-то не верю. Итак, давай, кидай обмен. Сейчас он нам отдаст свою машину, а мы взамен дадим ему аудюшку. Я думаю, он просто офигеет сейчас, я вам честно скажу. Ты бэху ту продал недавно, а ты говорил, что у тебя есть бэха. Ты пытаешься меня обмануть. Мы с тобой договорились, что ты готов отдать свою бэху. Очень жаль, что ты отказываешься от моего предложения. Тогда найду кого-нибудь другого. Итак, я сейчас подойду абсолютно к рандомному чуваку и предложу ему аудюшку, либо махнуться тачками. Слушай, у меня есть к тебе предложение. Ты готов мне отдать свою машину взамен на мою? Что ж, давайте мы с вами согласимся. Я купил твою машину. Спасибо большое за Мерс. Я пошел, пока. Ладно, ладно, я шучу. Настал момент истины. Сейчас мы подарим этому чуваку Audi RS 6. Запрыгиваем внутрь этой машины. Крифти, именно эту машину ты только что профукал. Да-да, чувак. Зря ты отказался обнять свою бэху, которая у тебя 100% есть. Ну что, дружище, эта машина полностью твоя. Я продал тебе ее за 1 рубль. Всегда пожалуйста. Следующее мое задание — это найти водителя и попросить его высадить пассажира, сесть в такси и доехать до банковского отделения, где водителю я заплачу сумму его штрафа, а также небольшой бонус в виде 100 тысяч. Прямо сейчас я нахожусь возле места, где очень много такси. Такси! Я вижу такси! И, по-моему, там есть два пассажира. Два пассажира в такси. Здорово! Ой, здорово! Ты меня узнал, да? А это что, это твой заказчик сидит в машине или кто? Ну, типа такого, братан, я могу все отменить ради тебя, чтобы поиграть с тобой. Ты серьезно? Ты готов высадить пассажира ради того, чтобы я прокатился с тобой? Да! Ты уверен в этом? Стой, а ты можешь подождать, чтобы я его вот отвез, а ты... подождал. Слушай, я готов тебе предложить небольшой сюрприз, если ты его высадишь прямо сейчас. Ты готов? Я думал, я никогда тебя не увижу. Где твоя машина, Денчик? Она нам сейчас пригодится, если ты его высадил. Да вообще пофиг, блин. В смысле пофигу, Денчик? Мне нужна твоя помощь. Мне нужно добраться до банковского отделения. Ты можешь меня подвезти, пожалуйста? Да, без проблем, братан. Все, Кирюха, давай, топай отсюда. Денчик повезет меня, а не тебя. Вот это я понимаю челленджи от мистера Биста, чуваки. Ладно, едем до банковского отделения. Нам нужно ехать очень быстро. Денчик, это не банк. Мне нужен банк, Денчик. Что это было? Денчик, ты сможешь меня подождать здесь 5 минут? Банковские услуги. Перевести на другой счет. Никнейм игрока и сумма перевода. Денчик ГГЛ. Через нижнее подчеркивание. Запомнил. Сумма перевода. Ну что ж, 100 тысяч рублей отправляется нашему Денчику. Нажимаем кнопочку перевести. Вы действительно хотите перевести ему деньги? Конечно же! И мы только что отправили ему 100 тысяч. Денчи, ты проверил свой банковский счет? По-моему, он сейчас находится в небольшом шоке. Считайте, мы сэкономили таксисту несколько часов его работы. Ладно, он получил свои 100 тысяч. Он, видимо, неразговорчивый. Хотя до этого общался только так. Ну, съемочный день, а это значит новые подарки от мистера Биста. И чего? У меня есть для тебя предложение. Одно очень интересное предложение. Пойдем за мной. В банковское отделение. Идем за мной. Прямо сейчас я планирую переодеть этого бомжика в какую-нибудь лакшери одежду. Мы подходим с вами к банковскому отделению. Ты готов поучаствовать в одном очень интересном челлендже? В каком? Короче, я вижу, что ты одет очень неопрятно. Поэтому сейчас я хочу дать тебе денег, чтобы ты пошел и купил себе какой-нибудь крутой скин. Как ты
ты на это смотришь? Нормально. Тогда сейчас я тебе отправлю денежку. Итак, ребята, сейчас мы сделаем еще одно доброе дело. Мы нажимаем с вами перевести деньги со счета на счет, пишем его имя. Давайте мы ему с вами отправим 250 тысяч. Я думаю, что это очень даже неплохой подгончик. Нажимаем перевести. Написано, что он находится не в сети. Что за фигня? Что за... Куда он делся? Он же был здесь. Ты куда подевался, Иван? Он что, меня затроллил или что? Что за фигня? Он был здесь, я вам клянусь. Привет. Привет. Хочешь поучаствовать в челлендже? Да, давай. Тебе интересно узнать, что это за челлендж? Да, конечно, интересно. Сколько стоит твой скин? 100 тысяч. У тебя есть два варианта. Первый вариант. Сейчас я перевожу тебе деньги, и ты идешь, покупаешь любой рандомный скин. И больше не ставишь этот скин, который сейчас на тебе. Второй вариант. Я даю тебе 500 000, и ты переодеваешься в бомжа. Какой вариант ты выберешь? Ну какой я бомж, я ведь девочка. Но ты же понимаешь, да, что я могу перевести абсолютно рандомную сумму. Это может быть и 50 тысяч, это может быть и 150 тысяч, это может быть и 1 000 000. Но тебе больше никогда нельзя будет ставить вот этот вот скин. Любой другой, кроме этого. Хорошо, я согласна. Сейчас все зависит от того, что мы с вами хотим сделать. Можем прикольнуться, а можем действительно подарить игроку очень дорогой скин. Сумма перевода. Ладно, так уж и быть, не будем сегодня никого переодевать в бомжа. 400 тысяч, чуваки. Отправляю 400 тысяч. Итак, я отправил тебе деньги. Проверь свой банковский аккаунт. Ого, ничего себе. Что за реакция? Ого, ничего себе. Сейчас на эти 400 тысяч мы пойдем покупать тебе скин в магазин одежды. Да, давай. Это не наша машина. Сюда можешь не садиться, мы пойдем с тобой пешком. Это новый челлендж от мистера Биста, если что. Итак, заходи в этот магазин одежды. Хорошо, захожу. Ребят, за такие безумные донаты вы должны поставить лайкосик под этот видосик. 100%. Ну все, весь твой магазин в твоем распоряжении. Тебе нужно потратить 400 тысяч и выбрать себе какой-то новый скин, который будет дороже. Хорошо, сейчас. Ух уж эти будни мистера Биста. О, она исчезла. Так же, как и тот чувак. О, боже мой. Она что, стала мумией? А, нет, это была не она. Джек, Джек, послушай, Джек. Я это ты из будущего, и у меня для тебя есть подарок, Джек. Он находится в этом кейсе. Ты готов получить подарок? 2500. Передать. Так, передали раз. Теперь передать деньги 2. Пишем сюда сумму перевода. 2500. Не чаще одного раза в минуту. Он говорит спасибо. Джек, у тебя есть микрофон? Если у тебя есть микрофон, то у меня для тебя есть еще более большой подарок. Итак, если он мне сейчас что-то ответит в микрофон, то, скорее всего, он получит большое денежное вознаграждение. Привет. Джек, поскольку я это ты из будущего, я желаю для тебя в прошлом только самое хорошее. Пройдем за мной. Оу! Слушай, ты выглядишь просто потрясно. Этот скин тебе намного больше подходит, чем предыдущий. Спасибо огромное. Всего хорошего дня. Пока-пока. Джек, ответь мне, пожалуйста. 1, 2 или 3? Сейчас я подарю Джеку деньги на его первую машину. Я выбираю число 2. Число 2. Окей, Джек, стой здесь и не двигайся. Итак, сумма перевода. 2500 000 на новую машину для Джека. Проверь прямо сейчас свой банковский аккаунт. Офигеть. Да, дружище, эти 2500 000 для тебя. Да ну, спасибо большое, это лучше. А сейчас мы с тобой отправляемся покупать тебе твою первую машину. Пойдем за мной, Джек. Погнали. Пози, я твой подписчик, дай денег. Здорово, работяга. Че, реально Пози? 2500 передать. Мы находимся с тобой возле магазина автосалона комфорт-класса. Ты можешь зайти и выбрать себе свой первый автомобиль. У тебя есть ровно 60 секунд, Джек. Время начинается прямо сейчас. Let's go, let's go! На самом деле у него больше 1 минуты. Это я так, чтобы добавить напряжение Джеку. Я купил. Готов мне показать эту машину? Да, сейчас. Это твоя новая машина, Джек? Да, она мне очень нравится. Honda Civic Sport. Блин, кстати, выглядит реально зачетно. Мне нравится, Джек, у тебя отличный вкус. Пози, Пози, это ты, Пози. У меня для тебя тоже есть подарок, смотри. 2500, лови. Джек, поздравляю тебя с твоей новой покупкой. Мне действительно нравится эта машина. Спасибо большое за 2500 000. Спасибо. Спасибо, спасибо, еще раз. Братишка, прокати меня на машине. Хорошо, присаживайся. Только открой ее. Джек, ты не умеешь машины открывать. Чтобы открыть машину, наведи на машину, зажми пальцем машину, и у тебя появится кнопка «Открыть транспортное средство». Let's go! Let's go! Заводи эту малышку! Дам еще 2500, если мы с тобой сейчас разгонимся и вылетим за текстуры. Куда езжать? Не слышу из-за машины. Джек, езжай куда угодно, давай, разгоняемся на максимум. Если он доедет целым и невредимым,
до конца этой дороги на максимальном разгоне, то я ему дам еще 2500, да? На максимум, на самый максимум, Джек! Давай, Джек, 250 километров в час! Разгоняй ее! Топи! Смотрите, мы перегоняем какой-то Жигуль. Оу! Ладно, Джек, это была очень хорошая поездка. Мне все понравилось, Джек. Даем еще 2500 рублей. 2500, спасибо, что круто прокатил. Спасибо большое. Кстати, знаешь что, Джек? Ты можешь бить промокод Пози и получить себе гелик, VIP и 30 тысяч. Используй промокод Пози на английском языке. Все, давай, Джек, увидимся. Ну что ж, ребята, на этом мой ролик подходит к концу. В этом видосе я был мистером Бистом 24 часа на проекте Grand Mobile на 26-м сервере. И если вы хотите, чтобы в следующей серии 24 часа я был бомжом, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите об этом в комменты. Я хочу, чтобы Пози стал бомжом. Будет неожиданно читать с утра такие комментарии. В общем, переходите по ссылке в описании, скачивайте Grand Mobile на свой Android или iOS и присоединяйтесь к веселью вместе со мной. Увидимся с вами в следующих видосах. Адиос!